Жителям края начали рассылать квитанции на оплату имущественных налогов за 2017 год. Но пока оповещения приходят лишь в электронном виде. Их получат все, кто зарегистрирован в личном кабинете на сайте налоговой службы. Пользователям портала бумажные уведомления в этом году не придут. Их разошлют в октябре лишь тем, кто никогда прежде не регистрировался на сайте ведомства. Граждане, которые не получили уведомления ни в той, ни в иной форме, должны будут самостоятельно узнать о суммах начислений в налоговой инспекции. Причин может быть много. Может получиться так, что просто в этом году нет объекта для исчисления, или этот объект составляет стоимость налога менее 100 рублей. Вот если сумма налога менее 100 рублей, такие уведомления мы не рассылаем. То есть мы ждем, когда эта сумма вот скопится до 100 рублей, или это когда наступит срок 3 года, потому что мы можем предъявить налог вот за предыдущие 3 года. Оплатить налоги за владение квартир, машин, гаражей и иной собственности жители края обязаны до 3 декабря. Иначе им будет начислена пеня. Отметим, имущественные сборы по сравнению с прошлым годом несколько возросли, но увеличение для всех индивидуальное.